Всем привет, с вами Виктория Крокус. Сегодня я вам покажу первые покупки для моего щенка. Расскажу, как я вообще решила взять щенка и почему выбрала именно породу шпиц. Как вы поняли, собаки у меня еще нет, потому что она еще слишком маленькая, ей еще не сделали все прививки, и ее еще нельзя отрывать от матери. Сейчас моей собаке примерно 2 месяца недавно исполнилось, и появится она у меня в начале мая. Покупки я вам покажу, конечно, тоже не все. Я еще не купила ни корм, ни какие-то лакомства. Мне не пришли многие игрушки, которые я заказала с Алиэкспресса. Я заказывала игрушки на Алиэкспрессе, потому что там они намного дешевле, чем в магазине, но некоторые игрушки я все равно буду покупать в магазине. Сейчас я вам ставлю фотки игрушек, которые я буду покупать, потому что они мне понравились. Моя собака породы немецкий шпиц карликовый, она будет с документами и стоит она 35 тысяч рублей. Это абсолютно недорого для шпица, то есть я знаю, что лабрадор, например, может быть и 15 тысяч стоить, и там 13, это нормальная цена для лабрадора, но шпицы они очень дорогие, но почему-то я всегда хотела именно такую породу, декоративную, чтобы она могла жить спокойно в квартире. Мне не нужна там овчарка дома, хаски, потому что это просто тяжело с ней дома, и собака будет мучиться, и я, соответственно. Также сам по себе шпиц достаточно легкий в характере, то есть они нормально поддаются дрессировке. У меня у многих знакомых есть шпиц, и как бы с ним особо таких проблем нет, как, например, с доберманами, там, с какими-нибудь стаффордами. То есть собака достаточно легкая и для неопытных владельцев. Нашу собаку уже назвали заводчики. Собаку зовут Шарлотта, то есть, как вы поняли, она женского пола. Вот, день рождения 15 февраля 2015 года. Мы к ней очень много раз ездили уже к ним домой, получается, смотреть собаку. И много раз показывали нам по скайпу. Я сейчас вам ставлю видео. Вот такая вот у меня собачка, она еще совсем маленькая, у нее не будет такая шерсть, то есть вот эта вот темная шерсть, она еще детская, потом она перелиняет где-то в 4-5 месяцев, и у нее будет окрас, холодный крем, то есть крем соболь. Для начала будет она жить у нас в таком вот вольере, не подумайте, это не клетка, как бы мы ее на цепь сажать не собираемся, это нормально, просто вольер для того, чтобы если, например, мы уходим из дома, чтобы она нам не сгрызла провода, например, какие-то, потому что ее может ударить током, ну и провода, соответственно, испортятся. И ничего там, ни ботинки не грызла, просто когда мы уходим, можно будет ее сюда сажать, она тут будет там и есть, и спать, и играть, в общем, все будет тут. Не поверите, вот эту вот штуку можно заказать в интернете за 2000 рублей. Ну, мы просто купили эти решетки, мы отдали, в общем, 200 рублей, мы их скрепили такими вот, не знаю, что это, короче, какие-то нитки, или как они, веревки, вот, и все, у нас все готово за 200 рублей, я думаю, это нормально, потому что это не навсегда, это, то есть, на первый год, наверное, жизни щенка, я еще пока не знаю, смотря какая она у нас будет, но, по-моему, она очень активная, как я ее видела, она достаточно активная. Вот, это, я думаю, тоже знаете, пеленка, то есть ей будет сделано 2 прививки на тот момент, когда мы ее привезем. 3-ю прививку мы ей сделаем сами, и потом 2 недели будет карантин, то есть ей нельзя будет ходить на улицу, соответственно, ей нужно будет где-то ходить в туалет, это будет делано на пеленку. Пока это ничего еще не сделано, то есть лоток там, не лоток, еще ничего такого нету, мы еще не покупали. И у нас миски для воды еще нету, нужно еще докупить, ну и корм, соответственно. Корм мы будем брать, так, он вроде бы называется Purina Pro Plan, с лососем и курицей для щенков. Сейчас я вставлю фотографию, говорят, что вроде бы как хороший корм, не знаю. Но я думаю, что нормально, как бы я не собираюсь покупать за 5000 рублей корм собаке, потому что я думаю, что хороший, нормальный корм, состав, в принципе, хороший. Вот, тут у нее будет стоять лежанка. Лежанку я заказывала на Алиэкспресс за 300 рублей, она маленькая, не знаю, если она будет больше, потом придется покупать уже другую. Но, по-моему, нормальная лежанка, она такая синяя, и эта вот штука внутри снимается, что очень удобно, то есть постирать можно в любой момент. Перед тем, как брать собаку, именно об этой породе, вообще о собаках я прочитала кучу-кучу всего в интернете, просмотрела. Также покупала 2 книги, вот такую вот. У нас очень тяжело было найти вообще эти книги в городе, хотя город большой, но я почему-то ни разу не видела. В общем, взяла вот такую вот о померанских шпицах и «Мой щенок» книгу. Также я еще хочу по воспитанию купить. Так, мне пришла только одна игрушка с Алиэкспресса. Очень долго идут игрушки с Алиэкспресса. По 2 месяца, наверное. Вот такая вот свинья. Она зеленая, стоила, по-моему, 100 рублей. Вот, но на этом я, конечно, не остановлюсь. У меня там 15 игрушек не идут. Я, наверное, фотографию сейчас ставлю. Очень много разных игрушек заказала, потому что, не знаю, мне они самой нравятся. Потом я вот такую вот игрушку купила. Это от Триол. Пончик. Я его купила в зоомагазине у нас, он стоил 110 рублей. Прикольный пончик, но опять-таки только 2 игрушки, это очень мало. Я жду, скорее бы мне уже все пришло. Еще мне должна расческа такая прийти, потому что вот эту расческу я купила, но она с капельками, то есть их можно будет снять, потому что шпицы лучше расчесывать расческой без капелек. Дальше я заказала комбинезон, не знаю зачем, для шпицы как бы он особо не нужен. Кстати, ссылка на комбинезон будет внизу, где я заказывала. Короче, он теплый, тут внутри какой-то тканевая подкладка и сам баллоневый, вот.
здесь мех. Это вообще, наверное, больше на таких голых собак, типа китайских охлад и йоркского терьера, который не греется от своей шерсти. Вот, не знаю, нужно будет ли это шпицу, ну, то есть, чтобы не был грязным, как бы можно одеть. Но также мне еще нужен дождевик. И вот такой вот костюмчик типа пчелки, тоже не знаю, зачем заказала. Типа пчелка, такие две антенны, он стоил, по-моему, 100 рублей, что ли, я не помню. И доставка на этом сайте тоже очень дешевая, там рублей 50, поэтому если кто-то хочет, то можете посмотреть, если кому-то надо, у кого-то такие породы, которые мерзнут. Насколько я знаю, не все собаки могут ходить в таких ботинках, то есть кому-то не нравится, но чтобы не мыть лапы, например, когда очень грязно, либо, вот знаете, у нас соль сыпет, песок, вот эти вот, я забыла, как они называются, то есть вредно для лап очень весной и осенью, то можно будет носить, если собака, конечно, не будет слишком сильно против этого, то можно будет носить. Потом я заказала на Алиэкспрессе кликер, я думаю, все вы знаете, что это такое. Ну, у кого есть собаки. Я раньше тоже ничего такого не знала, узнала его только, когда захотела собаку. Для дрессировки, не знаю, будет ли он мне нужен, не будет, но он стоил 40 рублей на Алиэкспрессе, решила взять, неважно. Потом массажная щетка. Обычная щетка для того, чтобы мыть собаку, чтобы ее не руками тереть, потому что, например, у меня после того, как я слишком долго в воде держу руки, они у меня очень сильно сохнут, поэтому такая щетка, чтобы не портить себе руки, она розовенькая, стоила она, по-моему, доллар где-то. Дальше это ошейник. Ошейник заказывал на Алиэкспрессе. У нас такой в магазине 400, по-моему, стоит. На Алиэкспрессе он стоил 100, но шпицу лучше брать с круглым сечением, для того, чтобы шерсть не приминалась. Ну, я взяла такой вот обычный фиолетовый. Здесь сердечко такое миленькое, как бы, так как у меня девочка все-таки будет. Не знаю, может быть, и такое оставлю, неважно, пускай примется шерсть. Не вижу, в принципе, особой разницы, я же не для выставок собаку покупаю, поэтому неважно. Красивый ошейник, он мне нравится, и рулетка тоже с этого сайта. Я бы не сказала, что она как-то хорошо выполнена. Рулетка на 3 метра, здесь она чуть трескается, хотя ни разу ее не использовала. И тут такой вот шнур маленький, то есть это не для больших собак, для таких до 10 килограмм, мне кажется, только. И также у меня еще подрезать когти. Все, больше мне пока ничего не пришло, мне должна прийти миска, куча-куча разных игрушек. Также мне нужно пить миску для воды, я буду покупать у нас в зоомагазине, такую с олимпийским мишкой. И также я хочу купить лакомства, типа такие сушеные легкие, но такие, которые более щадящие, то есть не химические, и корм, соответственно, который я уже сказала название. Обязательно ждите видео о покупках из зоомагазина. Еще, если вам нравится такая тема видео, то ставьте лайки. Пишите, конечно же, в комментариях, я их обязательно прочту, надеюсь, если будет время. Так что спасибо за просмотр, с вами была Виктория Крокус, всем пока!